Привет, друзья! Привет, друзья! Мы приехали из санатория! Мы вернулись из санатория «Звездочка» и хотим сегодня вам о нем немножечко рассказать и показать. Ребята, простите, но я заболела. Валечка немножечко заболела, да, поэтому пару дней не добыли до конца санатория. Но мы постарались снять практически все процедуры, что мы проходили. Не получилось всего несколько процедур снять. Валь, тебе понравилось санатория? Еще туда поедешь? Вообще, в идеале мы хотим каждый год хотя бы один разик, а лучше два, ездить в санаторий. Нам это там очень-очень понравилось. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, мы на них на всех обязательно ответим. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Рвашка ТВ, если вам понравилось наше видео. Впереди вас ждет много-много интересного. Поехали! Друзья, свой обзор я решила начать с кухни. Вот она, кухня розового блока. Все блоки различаются по цветам. Смотрите, кухня маленькая, уютная. Есть все необходимое, за исключением чайника. Чайник вам придется докупать. Еще мы водичку покупаем для питья. Смотрите, а вот это прихожая. Такой уютный маленький диванчик, на котором вы можете посидеть с теми, кто к вам приходит в гости. Картина по всему санаторию развешанная, что также добавляет антуража. Также есть шкаф для верхних вещей и обуви. И микроволновка для того, чтобы подогреть еду. Смотрите, а вот это одна из комнат. Это, конечно, не наша комната, а пустая на тот момент, но решила показать. В комнате могут заселяться две мамы и максимум двое детей у каждой мамы, так как есть две кровати дополнительные на каждого ребенка. Одна кровать поменьше, другая побольше. На каждую семью есть свой шкаф. Также есть стол, зеркало, тумбочка на каждую семью. Кроватки можно составить, если детки маленькие, чтобы они не упали, и вы спали рядом с ними. Также есть обогреватель, если вам необходимо. А вот он отдел ванны и туалета. Такие уютные умывальнички, один поменьше, второй побольше для деток и для взрослых. Туалет, также два унитаза для детей и для взрослых. И есть умывальник в туалете. И дальше идет ванная комната, где есть душевая кабина. И можно повесить свои вещи, стульчик стоит, как бы все необходимое есть. А сейчас мы идем в комнату, которая как бы игровая. Смотрите, здесь все мамы и дети вашего блока могут собираться, кушают, детки отдыхают, играют. Еду приносят 4 раза в день. Все очень вкусное, даже приносят чай, напитки, компоты и так далее. Есть телевизор, есть игрушки уже в самом блоке. Правда, убрали ковры, потому что много астматиков было, мамы жаловались. Теперь приступаем к процедурам. Вот она процедура купаний. Смотрите, как Варя тут весело. Она купает сейчас в соляной ванночке, но есть разные. Есть ванна с пихтой, есть ванна джакузи с эффектом такими пузырьков. Такая очень прикольная. К сожалению, на данный момент она была на ремонте. Поэтому ее показать не можем. А вот это соляная комната. Вот он сам прибор для распыления соли. Смотрите, она сделана в стиле лукоморья из сказки Пушкина. Смотрите, какая она прикольная. Во время процедуры играет музыка или рассказываются стихотворения или сказки. Очень интересный дизайн. Мне очень уютно. Она вся-вся сделана из соли. Мы были в прошлый раз тут. Чувствуешь, пахнет? Это комната для ароматерапии. Бе. Бе? Вот она комната для физиотерапии. На данный момент мы были единственными посетителями, но обычно она заполнена. Здесь различные процедуры вам делает медсестра. КУФ, физиотерапия, УЗИ носа, горла, как бы все по назначению врача. Смотрите, какая прикольная картина Айболит. Еще там дальше картина Мандады. А это Варечка на зарядке. С утра у них проходит такая небольшая физкультура, порядка 15 минут она длится. Детей много, но, естественно, я показываю одну Варечку. То есть стоит медицинская сестра, она говорит, что делать, показывает, как делать, и детки за ней повторяют, каждый в силу своего умения. А бачок, поднимаем ножку.
Раз, два, три, четыре, пять. На другой бочок. Также есть много приборов. После занятий можно немножечко по ним побегать, попрыгать, скакать. А вот это массаж, одна, наверное, из самых приятных процедур. Очень профессиональный массажист делает ребенку массаж, безболезненный, очень приятный, расслабляющий, укрепляющий. Друзья, надеемся, вам понравился наш обзор. Мы очень старались вам все показать. Естественно, людей мы не снимали, но поверьте, все медработники очень большие молодцы. И огромное им спасибо за все процедуры. Подписывайтесь на наш канал Рашка ТВ, ставьте лайки. Всем пока-пока!